Как выполнить срез на почку, чтобы продолжение ствола шло дальше вертикально. Выбираем самую сильную почку и срезаем. Здесь же парное расположение побегов, почек. Один удаляем, по косой режем. И здесь оставляем буквально там 5-6 миллиметров. И все, и будет выровняться потом, будет новый ствол. Если у нас отмерз кончик, верхняя ростовая точка, ищем вот рядом две почки сильные. Мы сейчас одну из них выберем, и дальше будет продолжение ствола расти. Вот уже из этой почки он потом выровняется, ствол, и будет ровный к концу года. Сейчас обрежем. Вот эта почка справа, она посильнее вверх смотрит. Это что мы удаляем. Срезали. И вот что мы получили.